Рыбу ставлю. Так, короче, ладно. Не можем так, немножко сейчас по-другому похуярим. Леха, что у нас по ДПС приблизительно? 66% мы упали было. Да хуйня, ДПС есть. По хватит. Времени. ДПС, блядь, тут не важно. Пианист. Мне важен контроль и важно выживание. Выживут все, будет ты ДПС. Научатся все, блядь, все выйдет лужи и выбегать, все делать как надо. Будет. Пианист. Пианист. А мы можем попробовать пулять босса там, где он стоит? Можем. Типа, я просто знаю, у него очень маленький агро-рейндж, там можно сзади всем встать, и чтобы танк в центре пулял, потому что вести 4 секунды, это ж хилам доставать и бегать из-за... Можем и оттуда начать, в принципе. Короче, смотрите. Если мне эта хуйня понравилась, мобов, ну там просто мобов хуй только... Опять. Типа, что опять с контролем? Вы ли в тайминге не улаживает? Хуево. Или у вас, блядь, реакция хуевая? А типа товарам сложно дать стан за. Сложного нет. Смотрите, локи, блядь, взяли, контролят левых, да. Друиды контролят правых, милики сзади контролят. Неужели а потом сложно? Локи. Потом локи берут одного моба в таргет, один накладывает, а другой снимает. Нет, мы так точно не делаем. Вот если бы я видел, играл за лока, я бы видел. Блядь, вот этот моб Делора сдал, блядь, изгнание, вот этого я за контролю. Неужели так сложно? А если оба одновременно взяли в таргет и начали кастовать? У них сейчас примерно одна и та же хоста. А мобы фиряются, нет? Хантам-то еще ладно, мы ловушки заранее кидаем. Не знаю, в чем у вас проблема с баном, если совы так же вихрь кидают на... Видишь, что вихрь кидаешь в другую цель. Не так все. Нет, нельзя. Три метки не понравится. Проще проанонсить. Левых отпускаем или правых отпускаем. Вот и все. Смотря куда? На Алара или на... Ну вот как ты стоишь, смотришь. Вот как сейчас, как ты пришел, так оно и есть. Так что, мы попробуем пульнуть с той стороны? Ой, слышал такой прикол? Короче, еду в одну сторону, а вышел в другую. Короче, смотрите. Встанем полукругом только вот в этом направлении. Меня и вправо. По-моему, можно прямо за него зайти. Я говорю, там очень маленький агро-рейндж. Да не надо. Восстановитесь полукругом вот здесь, где от меня до пути. Здесь. Становитесь в правую сторону. Просто вперед будет. Никаких проблем. Без разницы, как, блядь, босса пулять, как его бить, блядь. Главное понимать, что в лужах стоять не надо, блядь, и мобам контроль дам. Все. Без разницы, как, блядь, бегаешь на боссе. Вообще, главное за рейндж хила не выбегать. И понимать, где тебя, блядь, прошибает, и подбежать к хилу, чтобы они тебя прохилили. Че, все, я чеку новый? Поехали. Пулять? Да. Вообще не агрится, в упор куда же. В упор агрится. Там метра 4-5. Демон, отойди правее. Жалко.
Боже. Все, пробежали вперед. Босса может туда на выход. Сильно ДПС. Достаточно. Да, да. Кто ДПС отложит? Милики лево-право. Трои бить. Все, вот босс. Сразу контроллеры. Мобы. Два, три. Сейчас надо стопнуть. 5 стак. Так, мобов надо еще подвести пока. Можете обратно разбежать. Мобов по одному там подводить не было. Сейчас еще сразу будет. Забирай, Войт. Там в тьме ложится. Я уже забираю. Диспел. Где диспел там? Думаю, что я, блядь, хилит. Черт. Вот, отведи немного войск. Куда? Там сзади меня лужа. Не минки, блядь. Ну, подводите, там звездопад можно уже дать. Какой звездопад? Там 3 стака. Дай им на хп. 2 секунды. Забрал. Лежу. Брал, блядь, там не дебаф, блядь, никто не диспелит. Хились, блядь. Чё с костом? Чё так долго? Или ты есть БР, как есть? Где крылья вниз, кто за мной? А, где спался? Мир по адмирал. Лужа под босс. Моба. Где контроль? Протиливается 3 секунды. Если вставай, сразу похилю. Добавить. Выбираю. Сами ориентируйтесь. Слушай, убивается. Каш, куда идти? Диспейли, не могу, подожди. Диспейли. Он опять на мне? Чё, ёпки, блядь. Не бей его. Не всего рун нужно. Каст, бегите в сторону луж, которая уже есть. Лужи разложили, потом под босс. Отведи подальше. Контроль моба. Обязательно контроль моба. Блять, кисло, чё тебя по хп? Ложитесь. На под. Если бы у нас был фул нормальный рейд и больше ТДшников, то вот это 40 стаков уже процентов 35 бы оставили. Даже 30. Настя, когда ты очередь? И в принципе танки пока живы. Что начать? То у нас третий танк, блядь, что он есть, что его нету. Но а если он будет нормально один стрелять, то там не будет прожимки.
кого-то в броню уже забьется. Больно танку. Либо больно рейда, либо больно танку. Да, тут, блин... А почему танка складывает? Вот это первый раз? У кислого... Кислый, сколько тебя всекло, когда вот ты прожимку нажал? Что-то тебе больше половины, по-моему, снял. У меня прожимка кончилась. У меня было 170к, и ушло, когда она кончилась, у меня стало 117. Кислый, это Т5? У меня нет Т5 на медведя. Вот нам бы медведю Т5 выбить. Забудьте. В смысле? Потому что еще на мейнспект до хрена кому надо. Вот там сейф дает какой-нибудь? Там иступление плюс 20%, то бишь вторая дубовка раз в минуту. Ну это 10 такое же дает. Нет, там намного жестче. Т10-12%. Т10, считай, что. Ну и 2Т5 еще дает минус 3. Каждые 3 секунды минус 10. Чего минус 10? Рекаунт говорит просто то, что кислород жил, потом умер. Био АФК 30 секунд. Да. У нас перекур небольшой. Шотнуло, по сути. Ладно, идите курите. Тут бы медведь. Присуманите или лететь? Лех, ну чё, фурика надо спекаться или в танке оставаться? Спекайся, фурик. Вот это про лужи, когда объявляешь, получается, я вот смотрю на мелизону, есть же такая фигня, я вот объявляю в начале каста, а они еще стоят, потому что в дискорде задержка, и пинг хуй знает. Ну, короче, уже 30%, 20 кастов проходит, они только начинают идти. Нужно, наверное, самому смотреть. Каждому, кто стоит под боссом, нужно самому это смотреть. Каст босса. Потому что я других вариантов не вижу, чтобы лужи не оставались на этом стекле. Там задержка, просто каждый думает, ну вот сейчас вот чуть-чуть допинаю еще и побегу. Вага, ну кто тут виноват? Пародий на работе. Ничего страшного, у тех, кого нету траек, я ж обещал, что 70% ПФК. Ну пипец, у нас ШП даже нет в рейде, вообще печально. Всем вот. О, Лёха, слышишь, а танкам тяжело водить босса, нет? Когда вот он начинает крутиться или еще что-то? Там понимаешь, что хилы не могут хилить, когда он ведет. Большая часть хилов не могут прилететь в танк, когда он ведет босс. Он в любом случае не будет вести, там, грубо говоря, спиной. Все равно где-то повернется бок, если в бок нормальный урон прилетит. Давай, Лёха, это... Просто как бы это, чуть-чуть, если двигать его туда, РДР туда, и меньше бы на ДПС мы отвлекались просто-напросто. Первую фазу предлагаю вам пройти, как мы до этого проходили. Вот, выйди его на скиллы, и вторую фазу чисто посмотреть там, сколько доведет. По той тактике, которую мы сейчас убиваем, мы не пройдем первую фазу. Вообще. Ну, я не знаю. Потому я последний раз читал, что Дизрон там писал дня 3 назад, что или мы типа не должны доходить. И что он имеет в виду в этом, я хрен его знает. Как они не должны доходить, блядь, что с ними делать? По какой тактике мы сейчас играем? Это неправильная тактика. Единственный вариант, чтобы они не доходили, это, блядь, их кайтить типа, в круговую босса вести. И чтобы все эти лужи появлялись примерно на согнутые линии. Ну, в принципе, да, если вести босса по большому кругу, а хилы во внутреннем круге стоят, и им нам меньше бы передвигаться, и РДД пришлось. А танкам просто бегать по кругу. Ходить до босса. Вот сколько играю, Вов, да, я ни разу не видел, чтобы механику такого босса, чтобы его стакать ему дамаг, а потом его убить. Вот ни разу не видел. Он так и должен. Именно сама система убивания босса, она правильная.
Это первая фаза, она действует по времени, блин. Чем больше у тебя дамага, чем больше, блядь, ты ДПСишь и тому подобное, тем легче тебе будет первая фаза. Вопрос. А мобы исчезнут, когда бой первой фазы кончится? Нет. Хуёво. Их в любом случае хлопать надо в босса, так что без вариантов. Вообще, ну, у меня кажется... есть еще вариант, как можно хлопнуть всех мобов, блядь, в количестве 30 штук сразу от босса. Но этот вариант будет богоюзан. Потому под что урон баблом? От... Нет, потому что урон от этой хуйни мы просто задефаем за текстурой. Это как гаджет хуярит, да? Ты это хочешь? Не, подожди, а если танк прожмет бабл, да, и все разбегутся, и он взорвет? Сколько радиус там у этих? Я по всему этому достают? Это текстурой, потому что все равно... У нас все комнаты взрываются. Если это текстурой, то тебе не проходит урон, но танк пал. Босс нормально убивается. То, что мы, как мы сейчас делаем, это нормальная тактика на босс, которая должна быть. Что-то я глубоко сомневаюсь, что это правильная тактика. Да это правильная тактика. Ну, блядь, мы в 23 еще и не полным составом, грубо говоря. И ни шипешек нету, далеко и топовых не нету, да. Блин. А что сложного на больше? Вы не смотрите. Мы даже половина да. Вот ты спрашивал. Да? Короче, ты меня прям вот не то что секунды, в миллисекунд, вот 47 секунд, 454 миллисекунд. Ближний бой 42, в то же самое время прям, блять, один в один вдоль до миллисекунды удар пламени 35, и через одну секунду сверхновая 12. То есть ближний бой и удар пламени прям в одну тысячную секунду прям совпало. Вот, считай, 42 и 35, сколько? 7 косарей у меня все. Меньше, чем за полсекунды, блин. Нет. Если ты не фулл хп, грубо говоря, то смотри, тебя просто складывают. Это то есть 47 секунд, 454 миллисекунды. И оба удара в одну и ту же одну миллисекунду. То есть мгновенно прям в одну и ту же тысячную долю секунды. 77 косарей. Может, логи выложить и спросить, так должно быть? Это нормально вообще? То есть ближний бой, удар пламени, они прям вот вместе пришли. У меня, я юзаю инстинкты выживания, у меня 170к. То есть, допустим, у меня снижается до 30%, я ее юзаю, он мне прибавляет примерно 50к. То есть, допустим, у меня 120 фулл хп. То есть у меня там 30 тысяч осталось, я ее юзаю, у меня получается плюс 50, 80 из 170 возможных. То есть у меня повышается на 50. Но я юзаю неистовое восстановление, которое входящее на меня 20%, то есть увеличивает захилос. Но в чем прикол? Она 20 секунд. То есть если у меня, допустим, на момент завершения прожимки, то есть 20 секунд прошло, то есть у меня 100 тысяч из 170 возможных, она кончается, у меня становится сразу 50 тысяч из 120 возможных. То есть меня к концу надо захиливать на фул. К концу прожимки. То есть если у меня там, видите, там 170к стало, меня надо на фул удержать. Потому что минус 50к, ну, видишь, живых снимает. Снимает живых. К примеру, то есть, если у меня, допустим, 1120 из 170 возможных, она кончается, у меня становится 70 из 120. То есть он. Нет, просто видишь, если бы ты озвучивал голосом, что через там 2 секунды мне дайте зубы, либо крылья, либо еще что-то, мы бы тебя сейвили. А так мы наугад сейвим. Я вижу, много урона вошло, и я уже кидаю. А там на самом деле, может быть, ты уже получил урон, и другой танк перетаунчивает, и как бы тебе уже сейвить не нужно. Вот если бы вы нам подсказывали, мы бы вас сейвили. Подтверждаю, подписываюсь под предыдущим оратором. Да, пианист, что? Я захожу. Просто никто не озвучивает, что надо зайти уже.
Те же самые камни локовские. Надо, чтобы люди разобрали и на перебежках, когда их там сложило до 10%, чтобы они хотя бы их сожрали, чтобы выжили хоть чуть-чуть. Потому что иногда там остается мало у людей на самом деле. Я вам предлагаю идти в РСКМ. Керс. Угу, надо этот. Просто надо по максимуму из каждого этого выжимать, чтобы как бы это выживать. 4 коста в пол рейдом выживем, пойдем в РС. Кстати, меня не значит РС. У меня спросили, сколько стоит билет на Ачиму в РСХМ. Миллионы. Слишком дорого. А может все-таки просто около 200к? Ну что, без одного человека не убьем. А сколько можно передать разом? 200? 210. 210. Пиши 212. 219, если быть точно. У нас и так сколько? Свои вагоны, вы еще предлагаете тяжелые вагоны забрать. У вас все равно слотов, видите, нет. Ну что, хватит ходить, поехали дальше. Привыкайте к первой фазе. Она не поменяла. Урон может еще не рванут какой-то у вас. Или что-то еще там. Зоран писал, что больше не будет нифов урона. Ну, не будет, значит привыкать. Да и так уже почти не бьет. Я сомневаюсь, что они сразу думали, что мы можем просто подойти, встать под авара, прожать все сейвы и выжить. Все здесь, все готовы, поехали. Каждый смотрите сам за собой, блядь. Ничего сложного нету. На костер разбежаться, вынести лужу, подбежать под босса. Контролить мобов тоже. Убежали. РДД, давай. Это Норглета кто забирает? Я заберу. Ну, скольки стаков у тебя забрать? На первом, короче, Настя купол, знаешь. А, скажи, пожалуйста, купол, я тогда дам купол, окей? Могу прослакать чуть-чуть. Собирайте. Забрал. Каст. Лужи, потом под босс. Боссы подбежали. Далее это. Давай купол. На рейд. Прямо. Все, пускай подходит. Еще стопните, пускай поддержите, пока 5 стаков спадет. 0. Забирай. Смотрите за костами. На посте готовьтесь уже разбегать. Там мобы эти стоят, да идут. Убегайте, сказ! Блять, что там за лужа, блядь, вперед? Сдала коса. Забираем. Спэльните меня. Чё ты? Гена, где спэльни? Побежали. Десять секунд. Ника просил. Впереди немножко правее, контроль мод. Давай массакру. Давай массакру сейчас. Добрый. Насирал. Ника просил. Мобов можете отпускать. Дисплом. Сейчас каст будет. Каст. Инер по адмиралу. Забираю. Дай им на хп. Батьку колу. Подошли. Покажу. Ладно, покажу. Хуёво. Бля, Роги, по вам
Урон ебанически идет из тех стаков, которые вы набираете. Можно поменьше стаков набирать. Мне вас приходится, блядь, больше хилить, чем, блядь, танка. Или просто... Нет, вас... ты не перегибай. Стал босса убирать. Полезно. Я пока не могу использовать эту способность. Вы понимаете, что, блядь, что стаки дают там? Урон в виде скальпа? Сколько стак, блядь, милька дает урона? 1-2К. Теперь прикинем, что на вас повесилась лужа, и вы задели лужу, от которой на 100% увеличивается урон. Нет, там не на 100%, там 20, и она стакается. Ну, факт в том, что 5 стаков, даже по 20%, это хуя. Когда второй каст? Когда мобы взрываются, это небольшой нюанс. Мы не будем собираться под бой, потому что это бесполезно. Сера того, чтобы вас засейвить от того, ну, милики могут под боссом, конечно, быть. В ДД зоны не собирайтесь под босс, кучкуйтесь все отдельно, где-нибудь там, блядь, по сове ориентируйтесь, вы же совы стоите. Объясняю почему. Надо подождать. Объясняю почему. Потому что, как показывает практика, ДД-зона не успевает разбегаться. И все лужи, блядь, прямо возле босса разливают. Смотри, можно встать на максимально раньше, и потом просто уже после коста всем перебегать. Они пока летят, все, в принципе, там сколько? Метра два должны успевать. Пианист, а можно смотреть, компенсацию сделать этому. То есть босса мы начинаем танковать примерно вот здесь. То есть они успели отбежать далеко. Мы танки раз чуть-чуть оттащили. Опять не успели, еще. И вот так вот по этому кольцу вот его можно будет оттаскивать. В этом случае. И так дальше. Вот. И вот, чтобы не упереться в стенку, вот чуть-чуть заворачивать, вот поэтому вот. Ну да, в принципе, можно. И мобы будут тебя. То есть заходить. По-любому там кто-то что-то где-то не успеет. Надо будет после оттаскивать. Просто за спину танков не относите. Поправочка вот эта в тактику. Нам на конец фазы надо быть возле подъема. Ну, подъем. Чтоб сразу. Если мы поведем так, я думаю, мы будем где-то там. Ну уже, смотри, где-то... ну мы будем оттаскивать примерно на диаметр уже. Мы как раз будем где-то вот не у этого, а вот у этого подъем. Да, в принципе, вот сюда вот будем целиться тогда, вот к этому подъем. Ну посмотрим, давайте сначала так посмотрим. Ну мы дохнем где-то в районе круга, квадрата. То есть у нас еще полплощадки. Семья Биг Бабл. И можно его вообще начинать танчить прямо где он стоит. Семья в туалет бегал. Нурглед. Пианист, можно его танчить прямо там, где он стоит, и нам как раз вот к тому подъему, который вот при входе справа. Смещайтесь, сердце. Нам... Звездочку смещайте, сердце. Места хватит. Все, все тут, все готовы. Поехали. Ауру.
Все. Все. Обычно так не стоит. Каст. Боже, светится. Понял? Ну вы бегите в изложи, чё вы. Так, поднять диспел. Блять, уже 10 опыта, 10 опыта. Просто, Лёха, ты немножко далековато. Надо к тебе было подбежать сначала. Я на макс рунжа. Каст. Забираю. Стой, ладно. Теперь забирай. Боже. Клади босса. Боба, контроль, давай, купол. Тут сейчас, прямо сейчас. Кислова. Хуё, вот почему не провели дальше? Все лужи тут, блядь, возле босса. Довели бы дальше, было бы все ровно. Ты сам сказал, давай будем проводить. Хуя ж не провели. Нет, я имею в виду, такую, так мобы далеко стояли. Я имею в виду, если рядом прям накидали. Недалеко они нихуя, близко. Ну какой смысл тогда вообще сбегаться от купола? Чтоб прохилить вас. Так если мы босса будем отводить... Нету толка, ложите. Лужи, зайди. Смотри, давай, говорю, стоять на максимальном ранже, все вместе, под конец коста просто бежать вперед. РДД, вы заходите не с левой стороны, а с правой стороны. Вы сзади должны находиться. Блять, вообще похуй, тут рандомно просто бегать, не надо ничего, блять. Если надо будет отвести немного босса, скажу, все. Из-за того, то, что бегает рандомно, не достает некоторые хилы некоторых РДД, и то же самое по диспеллу. Там все стоят в разных местах, я так понимаю, коты бегают из одной стороны в другую. В полукруге просто находиться одно. Да не получается так, потому что лужи рандомно, они там, тут, там кто-то ближе отнесет, кто-то дальше отнесет. Так ты тоже можешь ДД подбежать поближе к хилам. Или хил будет к тебе бежать? Ты что же можешь подбежать? Ты же знаешь, где примерно хилы находятся в рейде. В чем сложность подбежать, даже если лужа кинулась? Просто лужу отбежал, подбежал к хилам поближе. Да я чисто. Не могу. Можно полминутки? Просто я вижу вариант тупо стоять все вместе на максимальном рейде. Просто после коста бежать вперед. И все лужи будут за нас кидаться. Вместе нельзя стоять. По идее, если будем вместе, слишком большой дамаг пройдет, пока мы будем выбегать из лужи. Не то, что дамаг. Да пройдет. Мы просто перебегаемся на максимальном рже, пока оно летит, мы уже перебегаем просто в другое место. Я тебе не про это говорю. Ты то, что перебегаешь, окей. Ну, перо выбирает конкретного человека, 5 человек, да? И наносит урон в АУЕ. То есть, если перо залетает в человека, и этот человек находится в группе людей, там урон в АУЕ, блядь, прилетает такой. Если что... залетает, ну. Если тебя. У тебя перо не привязывается, как оно там. Ты будешь бежать, оно за тобой лететь будет. Оно не так работает. Оно должно блядь. Оно практически мгновенно. Тут, блядь, реакцию служи выбежать не могут, блядь, а ты хочешь, чтобы они это перебегали? Да оно летит, я не знаю, оно, блядь, только секунды две летит, наверное. Не знаю, макс НЖ даст секунду три. Ну вот я стою на максимальном рже, я без чарки на тапок успеваю спокойно выбежать, там еще полметра пробежать вперед. Их и видно нормально. Типа я даже могу видеть, что у меня перо не летит, поэтому я не перебегаю. Тем более, если мы будем стоять все вместе, там, ну, РДД, например, ну, сразу видно то, что в нас летит.
Это для миликов? Миликам просто нужно быть там в другую сторону выбегать. Артемий, попробуй это в первого в таргет взять, может, по нему стрелять можешь. Угу. Давайте с дебафом подходить к лужу. Гевка, вдруг он снимает. Гевка нормальную тему говорит. Я тебе говорю, что сейчас мы просто на вторых лужах просто все подохнем от этой хуйни. Потому что реакция у людей, блядь, и пинг не позволяет 2 секунды ориентироваться на эту тень. А если они заранее будут знать, им позволит, мне кажется. Ты стоишь вместе, и ты понимаешь уже то, что сюда перо полетит. И тебе просто после мы же пробовали треугольник вокруг босса водить. У нас кто-то мы перебегали очковать и очковать и бежит вперед. Те, кто побежали вовремя, попадают под перья тех, кто убежали вперед. Я тебе объясняю, почему не получилось. Мы стояли, во-первых, очень близко и начинали бежать уже под конец коста. Если ты будешь стоять на максимальном РНЖ и уже после коста начинает бежать, у тебя очень много времени, чтобы выбежать оттуда. Ну а милики как? Милики а просто милики право-лево. Просто выносят в какой-нибудь там в бок куда-нибудь, насрать. Главное, чтобы параллельно разжигал. Перпендикулярно. Ну типа да. Захожу. Ну так-то да, в принципе, нормально, и уже мы сразу после этих бежим к боссу вставать. Что-то сервом или у меня тут? Нет. Тут еще одна поправочка, мне кажется, один или два лучших хила должны стоять отдельно от этой кучки, которую Гевка предлагает, чтобы... Типа, я без чарки на тапках успеваю выбежать. Я не убиваю вообще урона вперед. К тому, чтобы танков хилить не перед. А если в это не летит под босса, может быть, Лёх, ты встанешь и будешь хилить танков под боссом вместе с танком? Летит под боссом, не летит в танков. Ему не вариант под боссом стоять. Просто, например, один холлипал может стоять вообще на противоположной стороне. Вот, например, так же, как вот мы лича ведем, грубо говоря. Холлипал может вообще на другой стороне стоять и тупо хилить танк. Ему, в общем, на всех насрать. Да, а ты... Вот смотри, пианист, ты... Меня не я так понял, тоже... когда... Вот смотри, допустим, танки начинают его танчить. Весь рейд примерно, это примерно остальные метки. То есть сзади, как-то по кругам. То есть, допустим, вот так, ну примерно, где-то там дальше, ближе. И факт в том, что когда вот там, если близко получается, танки отвозят его в трусы. То есть и рейд ближется дальше. Дальше... Надо перебежать. Дальше побежали. И вон тот полукруг, вон тот задний, когда череп, крест, квадрат, луна, также смещается ближе к звезде, потом ближе к трусам, и все. Мы и... пытались так делать на первом еще трае, когда все в самый передний приходили, но невозможно... Тогда урон не ебический был. Невозможно так именно бегать, потом успевать от босса убежать, потому что хилы будут обязательно останавливаться, кого-то подхилить, кто-то будет останавливаться. Нет, я имею в виду, мы вот... Они все равно будут раскладываться. Мы как когда подтаскиваем, мы как мы бегали напрямую, вот допустим, вот отсюда, и вот тащили его напрямую. Мы просто его по дуге будем вести, и все, ничего не меняется. А так придется ДДшникам бегать по ледяной сфере, по этой, на которой не видно. Ладно, ну не забегайте в центр. Вот вам луну, допустим, можно перенести. Там будет места мало. Вот сюда. Я тоже думала, типа, это нормально. То есть, в центр не заносите, там ее не видно уже. Это не получится так идеально. Короче, ладно. С первого раза не получится. Плохому танцору яйца мешают. Поехали. Рейд, а вы заходите с правой стороны или с вон
Ты где пианист? Чтобы сосаться. Пианист вообще он сзади оббежал. Да, только видишь. Вот каждый. Где-то. Там он будет бот. Понимаете, мурды? Каст. Блять, и положили с... Забрал. Интересно, подводите босса туда дальше. Вы за боссом встать не можете? Вы уже за борт оказывались. Они вперед пробегали. И не обязательно, блядь, ложить, блядь, чтобы он прыгнул. Каст. Пойдите еще вперед, босс. Все, вперед, пробежали. Труса, контроль по мобу. Нажимаю. Где контроль? Windows 42 дошло купол. Сейчас еще спел. Еще оттяните, дальше отпускайте. Хилю. Каст. Мобов этих отпустите, которые стоят. Чё там лужа, блядь, очутилась-то, а? Кто там, блядь, стоял? Блин, а мобов тут всех сразу. Ну чё вот тут лужа, блядь, случилась? Вот стоит, блядь, а вот здесь, сука, лужа. Кто, блядь, вот тут бегает? Тут чё ты мотиола делаешь вообще? Что тут, блядь, Элбрил делает? Полукругом за боссом сказали, а вы, блядь, когда он стоит... Я перебегал вокруг лужи, которая лежит. Я стоял вместе со всеми. То есть вот тут, где я стою, блядь, места нету вообще? Давай попробуем вместе. С мобов боитесь, которые, блядь, не дамажат вас. Только когда взрываются дома. Или вы между лужами, блядь, боитесь стать? Вам надо, блядь, чтобы свободное поле было. Блядь, босс просто на мозг. Просто, блядь, стань между луж, блядь, отбеги от лужи, блядь, и все. По контролю мобов взорви мобов от босса. Блин, это босс один в один гнев в карьер. Вот он кинул перья, видите, куда перья летит? Прыгнули вперед на два шага. Стоите. Слышу, дальше. Говорю, давай вместе попробуем. Бегайте вместе. Мне без разницы как. Тут можно, блядь, бегать как хочешь вообще. Кто умеет, кто нормально соображает, кого башка варит, тот нормально бегает. Кто хочет поднасрать всему рейду, тот бегает хуй пойми как. Все просто. Типа, блядь, люди не понимают, какая правая стоит. С левой стороны босса и наперед босса, они разливают там, грубо говоря, эту лужу, они же, блядь, не понимают, что они этим мешают. Мешают хилам, мешают миликам, мешают РДД. Говорю, давай попробуем вместе стоять. Да стойте вместе. Я не против, мне без разницы, как кто что будет стоять. Стойте вместе. Если вы можете, типа, стойте вместе. Если не можете, стойте отдельно. Вообще без разницы как. Неужели сложно, блядь, просто отбежать от лужи и просто это... Сбежаться? Это что за метки вы поставили? А, ты где был, когда я объяснял? Да, я, случайно, дискорд закрыл. У меня зависит. Ну, нормально, поэтому все там возле флагов. Даю привет. То есть танки начинают танчить везде, рейд стоит вон, где луна, череп, крест, квадрат. А, ну это я понял. Оттащить будем вот по этому кругу и просто рейд там сзади перемещается, а не там, где вы сейчас стояли, слева. Рот не слышит.
надо подождать. Пульцы да, Войд, у меня такое же. Чуть другое я хотел. Ну потом я тебе объясню, короче. Или может отдельно. Так, а дай. Будет время там между траями. По готовности поехали. Надо подождать. Забрал. Что-то все. Вперед пробежали под босс. Контролим мобов. Упал. Забрали. Пустите пару мобов. Не всех, а пару. Да, скоро. Еще одного моба подпускайте. Каст. Убиваем назад. Сейчас хуёво, что мобы взрываться будут. Оттаскивай. Силы полегли. Знаешь, почему сейчас хуёво, что мобы будут взрываться? Потому что в этот момент весь рейд находится в движении. Фаст. Ну, блядь, себя прохилишь. Ну, чё там, блядь, кто там стоит? Твой, блядь. Или кто там с фаром стоял? Возле лужа. Возле босса. Ну, скоты все повернули, да? 28 секунд не было здесь ПО. По-моему, как-то, как я еще в прошлый раз делал тогда, когда делали, было намного лучше. Вот вы придумываете велосипед, там, начинать оттуда, босс, начинать отсюда, и видите, что-то нихуя. С этой стороны. А что, ты успеваешь считывать всех, нет? В Т5. А, ну, практически всех, до кого дотягиваюсь, точно успеваю. Вот вам нет, это... смотрю, очень мало щитов, либо у меня что-то не отображает, но у меня и обновления не на всех мои видно. Сейчас релогнусь, попробуешь. Метка стоит здесь, все рандомно стоят в полукруге. Это я нет. Много до кого не дотягиваюсь, но когда все стоят под боссом, все в щитах. Вот ваш полукруг, хилы, приоритет, ориентируйтесь примерно, ваша метка красная. Все РДД право-левую сторону стоят. Бафы. Саппорт перепейте. Обязательно саппорты были на всех.
Основное правило босса контролем. Избегаемся под боссом в момент вызова мобов. Расконтроливаем и сливаем. Лёха, а может быть, когда первую пачку мобов сливаем, РДД, чтобы выбежали из-под босса и уже это, чтобы... и хилы хилили нормально, на позиционке стояли? Чтобы сдохли? У нас стоит купол. Нет, купол кончается после первого. Когда первых сливаем, пачку первую, потом вторую начинаем сливать, вторую доливаем, потом начинаем убегать и летят уже вслед перед. Ну смотри, начну с того, что это, где ты лучше прохилишь РДД зону, весь рейд, когда они будут вместе стоять или когда хуй знает, где будут стоять? Скажите, знаете что, когда он кастует вот это свои перья, он бьет в этот момент? Нет, вроде. Он, по-моему, аурой дает или стаками? Понял. Стаки вроде только, да? Лужами или перьями, чем ты имеешь? Или... Ну вообще, вот когда он крутится, нет. Да, и кастует перья, он бьет и в это время нет. Или нет? Нет. Пока он кастует, он ничем не бьет. Еще раз. Я тебе потом, перед РСкой, я тебе расскажу, как хочу. Че, все готовы поехать? Дайте на пол. О, все нормально получается. Босс быстро пуляется. Чего вы стоите вместе? Тиола, Элдер. Места мало. Ну, кости, милики, левее, правее. Трея. Кто там под боссом стоит? Уже вышли, правее, левее, стали. Забираю. Мазер, блядь, я не знаю, где ты стоишь, чем ты занимаешься. Встаньте ближе к краям лужи, как на этом, как на профи. Лужи сейчас будут. Лужи появились. Все, под боссом. Забираю. Мобы, контроль мобов. Отпускается потихоньку, по чуть-чуть. Так. Все, отпускайте остальные. Прохиливаем, прохиливаем. Разбежались на позиционку свою, где стоят. Спальнить. Лужи. Блять, вы слушай, выбежать можете? Забрал. Поднимайте БЦ. Забираю. Вы уже появились под босс. Масак. Контроль мобов. Все контролем мобов. Вот чё это, блядь, где контроль? Охуенно. Блядь, контроль сегодня будет. Три лока, три бана, блядь. Ложите. Я не знаю, может быть, я что-то неправильно скажу, но любой вайп, когда мы здесь умираем, мы умираем от того, что много мобов взрывается от босса. Может, ну, правильно, быть, нету контроля, блядь. Может быть, у меня такое предположение, людям сложно раздавать контроль, когда лужи находятся почти вокруг босса, и они выбирают, теряются в выборе, куда повернуться, налево или направо. Может быть, стоит ложить все лужи примерно в линию возле первого подъема, когда второй каст идет
уже танку убежать ко второму подъему и всем перебежать, и тогда мобы будут в одной стороне, и их будет проще увидеть всем людям и законтролить. Я все понимаю, но если мобы будут в одной стороне, весь контроль будет залетать, блять, в одного моба, и все остальные 9 мобов будут идти к боссу, блять. А так я примерно хотя бы распределил, блядь, кто с какой стороны контролит. И лужи с этих сторон есть. Ну, это только догадка была, мне кажется, что я не знаю, как им там легко контролить или нет. Ну смотри, у тебя 10 мобов появляются в одном месте. Не вопрос. В одном, примерно вот растянуты так в линию, не прям в одной точке. Даже примерно растянут. 10 мобов появляются примерно растянуты в одном месте. 5 человек контролит. Какова вероятность, что эти 5 человек законтролят одного и того же моба? Калат, забирай вторым. Тут с меня забираешь, когда... Есть идея на этот счет. 3 из 5 людям, контролящим, раздать макрос, который отдать им ассиста. Дать гевки кому-то, Делорус, там еще кому-то макрос, который ставит метку определенную. Звезда, хуезда, вот эту всю хуйню. Они втроем поставят метку. 2 остальных Мастер. Человека законтролят любых моба без метки. Калат, ты чем-то занят? Ты каким танчишь боссом? Сейчас, секунду, проверю. Постой еще раз. Ты каким танчишь боссом? 3-м. Ну, уже 2-м кисло сказал. Момент взрыва, это 3-й танк. На момент взрыва танчит 3-й танк. Момент первого взрыва 2-й. Ну, ладно, давай 2-й. Только забирай, когда я скажу. Короче, я понял. Тот, кто танчит на момент взрыва, стоит под боссом. Те танки, которые не танчат на момент взрыва, вы можете бежать к мобам и раздавать контроль. А как с остальными костами тогда? Какими? У нас там уже все смешивается. Мы уже не знаем, кто какой танчит. В смысле? В прямом, первый каст, мы все весь рейд выживаем, второй мы все дохнем, и танки уже тут. Кто еле живой, с того снимут. Не надо. Смотрите за дебафом. Просто кто-то какой танк упал, блядь, и все, и у нас перетасовка танков. Нету. Имея раздавака. Маните ШП приста. Ой, там нужно, получается, когда РДД прибегают от перьев, танк в это время, во время коста уже отходит, чтобы потом Алар сам подвинулся, и чтобы, типа, опять же, следующая позиция была, опять максимальный рейндж. А милики просто выносят, типа, ну, в бок, ну, перпендикулярно Алару, ну, если построить, да, две линии. То есть если бегать, ну, от стенки до стенки, да, то мелики, получается, в центр бегают, выносят. Не, зачем в центр? Ну, мобы опять вокруг будут. Не, понимаешь, говорю, если ходить, вот если РДД смотри, будут от стенки до стенки. Если в центре мобов хлопать тех, то есть, которые мелики в центре вносят, тогда да. Просто миликам не нужно, ну, в этом случае миликам не нужно РДД убегать, потому что кто-то будет, ну, не успевать добегать, и лыжи будет, ну, наперед. То есть им в любом случае нужно куда-то в бок просто убегать. Нурглет, а ты вот его не разворачивал специально, чтобы милики в ту сторону, где он стоит, РДД раскидывали уже, так? Разворачивал, потому что я не хочу, блин, своей задницей. В принципе, можно и не разворачивать, милики будут выкидывать лужи в сторону у Навара. И там же их контролить.
Только нас могут хилы потом не достать. Так они выбегают, нужно только сбросить перья. Потом опять возвращаются под боссу. Да. Пошел каст, они куда-то там вынесли, то есть туда, в сторону Алара. Подбежали, под босса бьют. Второй каст между ужами, вынесли вторые перья и опять под боссом. А вообще, Войт, еще лучше есть идея. Семья Вага.